Еще одна утрата. Ушел из жизни один из лучших в мире балетных педагогов Петр Пестов. Он скончался на 82-м году жизни. Пестова называли последним великим профессором русского балета. Его имя почти неизвестно широкой публике. Но в профессиональном сообществе Петр Пестов был настоящим гуру. Среди его учеников Николай Цискоридзе, Алексей Ратманский, солисты Венской оперы, Берлинского штатсбалета. Всю свою жизнь Петр Пестов посвятил классическому балету. В подростковом возрасте он сбежал из дома, чтобы поступить в Пермское хореографическое училище. Позднее закончил ГИТИС, чтобы стать педагогом. Более 15 лет Пестов возглавлял кафедру классического танца в Московском академическом хореографическом институте при Большом театре. Последнее время преподавал в Штутгартской академии танца. Сегодня воспитанники школы Пестова уже сами в качестве педагогов продолжают дело мастера.